Доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. Подсказка для вас будет тема под названием трихиаз, либо трихиазис. Что это такое? Представьте, есть у нас с вами глаза. И у ваших питомцев тоже они есть. И вот волоски, которые есть у наших питомцев на морде, на челке, на ресницах, залазят по определенным причинам в глаза и вызывает слезотечение, раздражение, воспаление, и владельцы все время не знают, чем помочь при данном заболевании. Ходят от врача к врачу и капают различные капли, применяют различные препараты, но самое главное, что они не знают, что одна из основных причин – это волосы, которые лезут в глаз. С морды, сбоку, снизу, сверху. Поэтому, если вы будете ухаживать за волосками, и эти волоски не будут лезть в глаза ваших питомцев, болезней не будет. Поэтому знайте и пользуйтесь данной подсказкой. Показываю, как волоски залезли в глаз, раздражает и вызывает слезотечение. Поэтому явление трихиазиса выглядит вот так. Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы вы, ваши близкие и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня!